Стартап. Welcome. Салик Андрей. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Саликов Андрей. Я хотел бы вам представить портал Камрент. Это агрегатор коммерческой недвижимости, который связывает собственник и арендаторов и покупателей напрямую. Я думаю, что никому в этом зале не нужно объяснять, что коммерческой недвижимости в городе Москве достаточно много. Я приведу всего лишь пару цифр. За последние 15 лет только офисной недвижимости класса А и Б было построено порядка 14 миллионов квадратных метров, и ее общая площадь возросла практически в 10 раз. По нашим оценкам, сейчас на рынке только офисных предложений, не уникальных от собственников, находится порядка 20-25 тысяч штук, которые принадлежат 6,5 тысячам собственников. А риэлторы зарабатывают на комиссии, как свою комиссию, порядка 2-3 миллиардов рублей в год. Возможный объем рынка для нашего проекта максимальный, мы могли бы оценить в 1 миллиард. В чем существует проблема? Владельцы в 60-70% случаев сдают свою недвижимость через риэлторов, которые берут свою комиссию в размере 50, 100, иногда 150 и 200% от месячной аренды. И это дорого. Когда клиенты и собственники общаются не напрямую друг с другом, у них возникают временные издержки, искажения информации и некоторые другие проблемы. Что предлагает наш портал? Во-первых, мы предлагаем актуальную базу предложений с прямыми контактами собственников для клиентов, базу заявок клиентов, непосредственно подобранных под каждое помещение для собственника, систему взаимодействия между ними, программу стимулирования арендаторов для лучшего результата. И также мы убираем риэлторов и повторы. Мы уже зарабатываем. Стоимость продвижения одного помещения через нашу систему составляет 250 рублей в сутки. За последний месяц мы заработали скромные пока 350 тысяч рублей, но зато этот показатель вырос в два раза за последний месяц. Мы планируем выйти на показатель выручки в 1 миллион рублей до конца этого года без инвестиций. Также без инвестиций рассматривая ситуацию без инвестиций, мы предполагаем, что к середине 2018 года мы выйдем на показатель 2,5 миллиона рублей. Кто наши основные конкуренты? Во-первых, это риэлторские агентства. Их плюс в том, что рынок знает, как это работает. Основной их минус – это высокая комиссия. Кроме того, нашими конкурентами в какой-то степени являются агрегаторы. И прежде всего, это портал Циан, который, конечно, обладает достаточно большой базой предложений и несравнимыми пока еще с нами возможности по рекламированию. Но мне кажется, что им пока не хватает, наверное, на наше счастье, как бы достаточных компетенций и пониманий именно этого рынка и как на нем можно заработать. Что мы хотим предложить инвесторам? Мы хотим предложить 30% нашей компании за 6 миллионов рублей. Мы предполагаем, что рост стоимости доли в первый год составит от 2 до 2,5 раз, а, соответственно, мы готовы платить долю от своей прибыли, которая будет составлять до 30%, а может быть и выше годовых, на вот эти вложения. Инвестиции планируется потратить на развитие ресурсов, привлечение дополнительных арендаторов и для того, чтобы ускорить то развитие, о котором я рассказывал чуть ранее. Собственно, ваш покорный слуга, 18 лет опыта работы в коммерческой недвижимости, мой партнер по технической части – это Всеволод Петров, более 15 лет работы в IT. Собственно, это мои контакты. И еще я хотел бы ответить на, во-первых, концептуальный вопрос Дмитрия Потапенко насчет того, а что если нет. Мы планируем вложить вместе с инвестором сравнимую сумму в этот проект для достижения этих показателей. Вот. И кроме того, мы прекрасно представляем себе те сложности и вызовы, которые предстоят, и те сложности, которые предстоят нам на этом пути, но мы глубочайше убеждены в том, что это будущее, и что это правильно, и что это будет расти и развиваться. Спасибо. Молодец. Мне кажется, достаточно интересный проект, особенно в том, что человек не просто привлекает инвестиции, но готов вместе соинвестировать. Спасибо тебе большое. Круто. Мне очень понравилось.